Игорь Михайлович, добрый день. Да, добрый день. Говорим на следующий день после матча «Спартак-Локомотив». Очень много обсуждений, в том числе по судейству, но ведь и сам футбол был неплохой. Во всяком случае, большая часть матча, пока «Локомотив» был в силах отвечать контрударами. Какие у вас общие впечатления, что вы отметили? Нет, первое отметить. Но если мы составы берем, то... Изменения в «Спартаке» одно изменение, «Промис» в составе вышел, в «Локомотиве» 4 изменения, то есть они как бы играли, как составы выглядели после 60-й минуты, ну, примерно, когда Миранчук вышел вот в первой игре, да, то есть вышел «Промис», и центрального нападающего играл Игнатов, и Зиньковский играл справа, то есть вот такая перестановка была на 60-й минуте. И такие, ну, перестановки были после вот замены. Вот замены «Спартак» когда сделал. И Зиньковский, как я говорил, тогда он ушел вправо, да, здесь, да, он начал справа, Промис на своей позиции, Игнатов, который не является, ну, по мне, он не нападающий, он больше полузащитник, он играл центрального нападающего, но Абаскаль сказал до игры, что у них полная свобода, они по желанию, не там, по команде Славки, да, там по желанию они могут меняться местами. То, что происходило, ну так ненадолго, скажем так. Там, я пару раз видел, что Промис вправо куда-то уходил, да, там они менялись где-то, но все равно в большинстве своем Промис играл слева, где он себя комфортно чувствует. И, то есть у нас получилось, первый тайм получился, ну равный, но «Локомотив», то есть если мы берем первый тайм «Локомотив» «Спартак», да, прошлую игру, то там полнейшее преимущество «Спартака», здесь абсолютно равная игра, потому что составы, здесь и Миранчук появился, и центрального защитника они поменяли, да, и Кузьмичев неудачно сыграл игру, он его убрал, да, и Текнезян с левой ногой, он появился слева, и... В атаке Камано не было, вышел Глушенков, да, там на позицию правого поля. Ну, то есть 4 изменения. И первый тайм игра была равная, хотя играли дома, ну, Спартак играл дома. И она была, можно сказать, равная, эта игра, ну, в первом тайме. Интересная она была, ну, конечно, интересная, 6 мячей. То есть насколько интересно было смотреть, кроме футбола, конечно, по судейству можно поговорить, там много чего сказать, да, то есть у каждого свое мнение, но там есть что сказать, ну, то есть весело, концовка веселая, три пенальти Промис пробил, ну, то есть матч получился, поля на меня, ну, так порадовал, но я примерно вот ожидал, что хотя бы вот такого уровня будут поля везде, потому что про поля нельзя не говорить в этот период. Вот давай от «Спартака» чуть... Чувствуется, я чай попробовал, чувствуется сорт «Сибирский тигр». Добавили малину еще, да. Сорт «Сибирский тигр», по, да? По полям. Ремонтантная? Ремонтантная малина? Какая? Что-то где-то прочитал сегодня слово какое-то. Ремонтантная. Это что значит? Ну, значит, такая специально выведенная специально. Ну, бодрящая — это немножко другое даже. Другой напиток. Ну, я не знаю, но она замороженная. Она ну, ремонтантная, запомните, ну, давай, просто. Ремонтант. Да, запомните, я запишу. Да. Да, хорошо. Запишу, если забуду, тебе позвоню. Да. Вот, по полям. Я вот на самом деле, мы с тобой так начали говорить про эти самые, накрывать, подогрев, включать. Ну, крышу вы имеете в виду. Разница, да. Не крышу, крышу уже мы как бы поговорили по поводу крыши. По поводу полей, но это важно в феврале, в марте, это важно, когда холод. То есть, я, вот надо добавить чуть-чуть. Я, конечно, я говорю, я не специалист по полям, но... Когда в декабре накрывают, когда снег. Я тут чуть поинтересовался. Специалист, да? По всему у нас, как известно, только один, Николай Николаевич Писарев, да. Ну, а Сашка мы с тобой. По любым вопросам. Нет, ну, Александр Владимирович, все-таки иногда бывают вопросы, на которые он не может ответить, а Николай Николаевич отвечает на все, что не спрашивают. Ну, ладно, хорошо. Начиная с 2 часов дня. Вот поэтому. В прямом эфире телеканала, да, что забываешь, в общем-то, где его основное место работы. По этой теме. Не будете реагировать на меня? Нет, ну что реагировать? Я не знаю, что ты говоришь, в два он... Ну, итак, я по полям. Не знаю, да. По полям, да. По полям. То есть одно дело, у тебя когда лето наступает, у тебя поля, трава густая, поле, ну все, оно готово. Да? Готово, когда трава выросла, все, ее начинают постригать. Ну, как бы, ну, все понятно, поле есть. Потом у нас приходит весна, вот открытие после лета, да. Потом наступает зима в декабре. Идет снег, ее накрывают, чтобы снег, чтобы не расчищать, да, то есть вот это идет накрытие, там включается подогрев, наверное, когда холода, но поле готово, и потом, а вот потом, когда он уходит в зиму, поле, все, травы нет,
да, и вот она должна расти, и в момент, когда она начинает расти, там же знаешь, как, что интересно, ну, я узнал, потому что ты говоришь, мы компетентно разговаривать, ну, конечно, нет, мы не агроном, но я не агроном, да, есть люди, которые полями занимаются. Ну, то есть вы позвонили нескольким агрономам? Не нескольким. Я на самом деле никому не звонил, я повспоминал, как делается зимой, его не накрывают, пока трава не растет. То есть выпадает снег, и они включают подогрев и ждут, пока снег уйдет. Только потом, я говорю, накрывается поляна, когда ты должен как бы уберечь от снега уже готовое поле. А вот так они особо не, ну, особо там не накрывают, насколько я понимаю, потому что она тогда не будет расти, просто трава. То есть снег выпадает, они ждут, включают, ждут, пока снег растает, сам не чистят, ничего не делают. Подсеивают, да, там включают подогрев и потихонечку начинает расти трава, то, что вот мы видим здесь. Ну, то есть выход, он намного сложнее, когда она должна вырасти, если сравнивать с тем, когда поле готовое, да, и начинаются какие-то морозы, там снег, где-то, но оно готово, оно держит, до декабря оно будет держать. А здесь, как вот оно выходит из зимы, поляна, но это намного все сложнее сделать поле вот к этим датам. Чем держать его в декабре, например, когда оно уже готово, когда трава выросла. Ну это ладно, давай к игре теперь вернемся. Да. А, опять же, вот. И открытый футбол, он интересный. Ну знаешь, в чем? Вот я игру смотрел, а знаешь, как вот болельщикам интересно, когда атаки туда-сюда. То есть неинтересно, не так интересно, когда счет, например, там устраивает одну команду, другую не устраивает, а которую устраивает, она садится на свою половину, и вот начинается взлом этой позиционной обороны, потом перехват, либо глушат быструю атаку, либо те улетают в быструю атаку, завершают и опять садятся на свою половину, опять ждут. То есть нет прессинга, это команда, ну как бы компактная. Знаешь, я имею в виду расстояние от защитников до полузащитников, от полузащитников до нападающих. Компактно это там метров 15 между линиями. То есть тогда тяжело, там даже может быть меньше. А когда идет вот такая игра, и это же в Англии очень часто такие игры бывают. Вот, например, там Ливерпуль, Арсенал какой-то мы возьмем, да? Когда туда-сюда, да. Вот туда-сюда как получается? Они убегают быстро, так вот там. То есть получается так, что перехватывается мяч. Вернее, уходит атака быстрая, быстрые нападающие. То есть они там вылетают вчетвером, впятером. А защитники, они не с такой скоростью бегут. То есть они потихонечку начинают выходить. И команда очень сильно растягивается. И когда там, например, потеря, да, там, или удар в руки, эта команда идет обратно в атаку. И ну, простора много. Вот во вчерашней игре было много простора. Потому что вот я видел, прям атака идет, перехват. Защитники даже до центральной линии не дошли, а там уже идет контратака в другую сторону. Те тоже там, пока они там трусой выбегают. То есть нет такого, когда команды двигаются вот так, ну, как бы вот компактно. Да. То есть в контратаку пошли, и защитники на полной скорости тоже выжимают. Такого нет. Но тем более, когда команда не готова, и тем более, когда, да, ну, там мы смотрим минуту, там минут 20 ты можешь там так подержать, да, когда уже подсел, защитники думают, ну, там, вы бегите, там, ну, забейте, только не обрезайте. Потом раз обрезать, ну, на них несутся, они там, ну, там, обороняться начинают, там полузащитники возвращаются и туда бегут, и обратно. Вот, такой открытый футбол был местами, опять же, я не говорю. Потом были моменты, когда «Спартак» играл в позиционную атаку. Опять же, могу сказать, что они мне напоминают былые времена «Спартака», короткие средние передачи. Отдал, открылся, то есть мяч держится, там был момент в эти ворота, это они играли первый, по-моему, ну неважно. Но в эти ворота, если вы... От меня телевизор я смотрел, вот сюда вот они держали, ну мне показалось, минут 5-6 «Спартак» держал мяч, просто «Локомотив» не мог отобрать этот мяч, то есть они раз меняют фланги, то есть в середине мяч держится быстро, раз, два, три, там в одно, в два касания, не могут накрыть, не могут отобрать «Локомотив». Ну, то есть и такие моменты были, моменты открытой игры, когда там 3-4 быстрые атаки в одну сторону пошли, в другую пошли. Защитники не успевают поджать или не готовы поджать. Ну, то есть такая она насыщенная была, то есть моменты игровые можно выделить какие-то, ну и плюс там решения арбитров тоже можно выделить. Ну, то есть веселая игра февральская. Ну да. Слушайте, ну давайте по поводу, вот вы про судейство сказали, давайте о судействе поговорим. Вы увидели, что арбитр помогал «Спартаку», как бы, то есть вот что вы можете сказать, или все по делу? Ну надо начать там что-то там. Он задал планку. То есть он либо свистит, там касание, любое касание идет свисток, интенсивность пропадает. Либо он дает
бороться и не свистит фолы явные. То есть там был момент, я поймал момент, там в одном эпизоде просто три фола. Он там играть, играть, там поехали, играем. Что играем? Ну, то есть знаешь, что тут надо понять. Вот мы говорим английское там судейство, да, там, когда они рубятся там, в подкате, если он мяч играет там, с ногами вносит, они где-то не свистят, дают бороться. А бывает чуть как с Месси там играет, например, чуть задел, сразу свисток, потому что там таких игроков оберегают. Понимаешь, тут вот планка. Что за планка была вчера, но если он там дал, например, планку, мне кажется, если фол, то свисти фол. Если такой 50 на 50, но оставлять. То есть ты можешь свистнуть, а можешь и не свистеть. Вы имеете в виду, что такое? Он очень жесткую планку установил? Но мне показалось, вот по этому моменту, я говорю, ничего себе судит. Там просто въезжает, бум, там в другую сторону. Что там играть. Я думаю, ничего себе, вот это уровень. Ну вот, давай спорные моменты мы возьмем. Миранчук. Пенальти, да, последняя минута, счет 1-1. Когда Хлусевич его... Ну да, когда да. Он его задел по ноге. Вот оно такой же момент, как ЦСКА Краснодар, когда дали пенальти. Ну вообще один в один, он даже по тому же месту попал, что и там. Только там он не бил, игрок ЦСКА, Медину, по-моему, сбили. Ну я не помню, важно, да. Да. Но вот прям очень похоже. А здесь Миранчук, как бы он замахивался, под удар он бил по вороту. И дальше они говорят, фола нет. ВАР говорит нет. Николаев участвовал в трансляции тоже, эксперт по Матч ТВ, да, с уважением к нему, с большим, тоже говорит, наверное, нет. По мне это пенальти. То есть это идет. Вот смотри, потом я дальше пересматривал. И много же пока, сейчас, пока ты ехал, тоже там показывали, я Матч ТВ включил, там опять разбор, это там и отсюда, и с этой. И снова Николай Николаевич, да. Нет, Николай Николаевич, тоже появился, да. Но смотри, и получается, что вот получается, он бежит, он не знаю, он сзади или сбоку. То есть он сбоку, чуть сзади. То есть Миранчук замахивается бить. Я прям специально, посмотри, хорошо, вот повторов много было. И вчера, и сегодня. То есть он замахивается бить, и у него нога опорная, она не опустилась. Потому что если бы она была, вот он прям на ней стоял бы, да, он бы, может быть, и не заметил этот удар. Может быть, да. То есть говорит, что он там специально упал, ему чуть задели, он упал. Он его сбил, нарушил координацию, скажем так. То есть он бьет, у него одна нога, это еще не встала, а это идет удар. Я прям специально посмотрел. Вот он на землю стоит, и он прям попадает. Он же не в мяч хотел сыграть, он ногой же правой. Он правый сделал движение и попал ему в колено. И попал, как раз сбил, то есть он сбил, когда он бил, он упал. То есть он еще не наступил, опоры нет почти. То есть этой ногой он пытается пробить, а это опускается на землю. По мне, пенальти. Я просто не знаю, вот такой фол бы свистнули бы за штрафной. Я думаю, за штрафной были там в центре поля где-то. Ну, здесь и 10 бы свистнули, наверное. Но он говорит, планка. Я тут не за «Спартак», не за «Локомотив», я вот просто судейство смотрю, и оказывается три, и сейчас ИСКА еще признает, что там не было пенальти, и скажут, все нормально, погнали дальше. То есть это будет говорить о том, что вот футбольные люди, кто сказал, что это пенальти, они не соображают ничего в футболе. Как Саша любит, кто играл особенно в футбол на уровне, много смотрит футбол. Сегодня у нас другой герой, Александра Владимировича. Кто много смотрит футбол, кто играл в футбол, какое-то понимание есть такое же. Я не могу сказать, что... Например, по телевизору судьи лучше разбираются людей, которые много смотрят футбол, либо которые играли в футбол, понимают. И вот здесь вот у меня вопрос. Они скажут, все нормально. По мне, ненормально. По мне, ненормально, потому что это еще и влияет. Представляешь, они дают пенальти, Локомотив забивает и уходит 2-1 по двум, ничья. 2-2. И такая заруба ждет второй тайм. Немножко непонятно. Хотя тоже разделить. Кто-то говорит, что там был, кто-то говорит, не был. То есть по мне, смотри, когда 50 на 50, вот моменты, как 50 на 50, вот ты смотри, если бы он дал пенальти, хоть слово кто-нибудь сказал бы. Да, думаю, по мне бы никто. Я думаю, что многие бы говорили. Твое мнение, а мое мнение сказали, дал пенальти, удар по ноге был, он его там сбил, то есть зачем Миранчуку падать? Вот на эти вопросы ответьте, зачем ему падать, когда он, в принципе, забивай. Понимаешь, он так упал, хотел заработать какой-то пенальти. А вот если... И вот сейчас сколько разговоров. Я не думаю, что столько было бы разговоров, если бы он дал пенальти. Вот я не то, что не думаю, я уверен. Так же, как дальше мы по судейству гнуть к князям. Второй гол забивает, в принципе, все заканчивается. 3-1.
Ну, как единоборство вот, с Игнатовым. Да, штрафное, с Игнатовым, да. Единоборство. Да, во-первых, там фол был до этого. Но это, видишь, там, если бы... Но они хотя забили гол. Понимаешь, много же было моментов, когда забивается гол, и они откатывают назад и смотрят, там фол был. Фол был, вы что имеете в виду? Ну, потому что, когда он выбивал мяч, когда передачу отдавал, да, туда, в Игнатова, ну, он въехал в живот ногой прямой. Угу. И, в принципе, въехал в прямой ногой кто? Игрок Спартака отдавал передачу, перед ним был игрок Локомотива, он отдав передачу, он, ну, как бы опасная игра была. То есть он ему попал в живот ногой после того, как отдал. Я не знаю, судятся такие или не судятся. Ну, фол это не фол. Ну, по мне, ну, много было, ты играешь в мяч, потом идет нарушение правил, угу, с твоей стороны, хотя мяч у тебя был. Идет свисток. То есть там резервные судьи, они же иногда встревают, да, иногда помогают, да, а иногда, ну вот перед ним все было. Ну, можно было сказать. Я опять же тебе говорю, ты сейчас скажешь, вот там, конечно, по делу Спартак выиграл, тут вопросов нет, они бы и так выиграли. Uh-huh. Дать там Мирончуку, я думаю, чтобы пенальти было бы все намного сложнее, но все равно, я думаю, Спартак посильнее в итоге по, ну, по итогам двух игр. И вот Тикнезян, вот это, смотри, там похоже на что. Первый, наверное, не фол, он там, ну, он хотел корпус поставить, чтобы мяч ушел, видишь, чтобы не уходит, он начал разворачиваться. Игнатов был у него сзади, и он упал. Ну, с помощью Игнатова, ну, можно такое было не, ну, как бы не свистеть. А второй, понимаешь, вот моменты бывают, я уже говорю, нападающие. Вот кто-то выше находится, а кто-то ниже находится. Понимаешь, вот нападающие даже высокие, длинные передачи, они подсаживаются, защитник выпрыгивает, ставит, угу, руки вот сюда. Ну, да. И это фол. А если ты еще там чуть локтем заденешь, да, то это желтая карточка. То есть тот, кто выше, руки, ну, это фол. Uh-huh. И здесь получилось, что выше был Игнатов, этот упал, так он пытался встать, а он ему не давал встать, он бы встал бы, потому, uh-huh, что он на мяче был. Он бы встал бы, если бы не руки Игнатова, у него там... А Игнатов, плечи. Вы имеете в виду, в естественном положении руки просто держал, потому что он выше? Не, ну как он на нем, uh-huh, ну, он на нем держал руки, а не в естественном, ну, положении, да, понимаешь, он ему не давал встать. Uh-huh. А потом еще сделал движение, тут можно говорить, опять же, что... Так не падают, например, так не падают, например, ну как, но это фол. Но у вас нет ощущения, хорошо, фол. Ну, вот, то есть, Тикнезян, уже, слушайте, ну, парень, мы все время говорим, молодой, ну, он уже, по-моему, то ли второй, то ли третий сезон в РПЛ. Ну, выбей мяч за эту самую, за линию поля, пускай угловой подойдет. Ну, почему? А он уверен, он такие мячи-то разворачивал очень часто. Если бы он без фола бы у него не смог бы отобрать. Угу. Он бы просто встал, он хотел сохранить. Там можно было покатить вратарю, но там все быстро. Понимаешь, он смотрит, он думает, уйдет. И тут раз, и вот его начинают там, Игнатов его начинает там атаковать. И все, они пошли в эту борьбу. Он там, ладно, упал. Пытался встать, ему не дали встать за счет рук. Еще потом он его там оттолкнул. Uh-huh. И еще он пошел, посмотрел. И опять скажут, что все нормально. По мне, ненормально. Вот как вот определить? И скажешь еще будет. Вот ей бы неинтересно посмотреть. Ну, кто футбол? Даже Вовка сказал, Володька. Он говорит... Что все нормально. Я посмотрел на Володьку, если бы он был на месте Тикнезяна, и вот если бы так не свистнули, он бы там загрыз бы всех, я думаю, uh-huh, и судью, и всех. Так дальше, что происходит? Вот, то есть, ты планку борьбы даешь такую, опять я тебе еще раз говорю, я не за Спартак, и не против Спартака, не за Локомотив, не против Локомотива. Я просто, ну, мне интересно. Uh-huh. То есть, просто так сложилось, что такое сейчас, ну, там, многие говорят, что просто убили Локомотив. Я не буду такого говорить, да, может быть, Тикнезян мог по-другому, какая разница, он мог по-другому сыграть, но если фол, свести фол, uh-huh, и тем более там получают гол, а не сразу, потом, ну вот, и вот такая вот история, когда мы планку повышают арбитры, ну повышают, я имею в виду, дают бороться, uh-huh, по мне, вот то, что я видел, вот смотри, Спартак от драки пострадал уже в «Зенит». То есть, mm-hmm, они бы сдержались, но если бы Махач бы начался, вот Локомотив бы начал. И, например, бы Тикнезян вот так разозлился, это просто Тикнезян, и, наверное, Михаил Михайлович, наверное, интеллигентный тренер. Ну такой, знаешь, а был бы Юрий Павлович бы на лавке, mm-hmm, у Локомотива, он бы просто крикнул, убейте их там всех. Драка, мне пофигу, пусть там троих удалят, бля, разорвите за это их. Это провокация на драку. Вот такое вот повышение такой планки. Uh-huh. Причем в одну сторону получается. Uh-huh. Понимаешь, мы планку повысили, и на месте Тикнезяна бы. Был бы кто-нибудь другой, был бы на лавке кто-нибудь другой, да? Он просто убил бы кого-нибудь, он просто сзади прыгнул бы. Ему дали красную, подлетели бы спартаковцы, начался Махач бы, как «Зенит». Минус 3 у Спартака, минус 3 у Локомотива. Был бы Семин, сказал, молодцы, блядь.
Правильно, так и надо. Понимаешь, это идет, ну, как бы идет провокация. Судьи же, когда они распускают, они потом не контролируют игру. Потому что, я говорю, это арбитру повезло, что такой Локомотив. Ну, Спартак просто наученный опытом уже. Ну, а, ну как бы Спартаку что дергаться? Ну, как два решения в их пользу. И по мне право, я ждал, потому что Текнезян-то въехал, ему, в принципе, красный можно было давать. Но он после этого момента, он играет мяч, у него вот на такой высоте нога, показывали, вот можно было позвать и удалить его. А если бы удалили, то точно. Текнезяна, да, вы имеете? Текнезяна, да, у него нога, он там хотел мяч сыграть, и потом он пошел в живот игроку. А, да, я понял этот момент. Но это можно, вот это красно. И потом он еще пошел, он ему желтую дал, он пошел еще там и начал там что-то говорить, какие-то слова в сторону судьи. Очень, ну как бы, я говорю, на драку, это хорошо, что драка не закончилась, я тебе могу сказать. Потому что Спартак бы все равно бы отвечал бы, еще бы у них улетело три игрока, если бы была бы вот такая потасовка. А делалось все не специально, не специально, просто Локомотив каким-то образом сдержался, я не знаю, по каким причинам. Наверное, я еще раз говорю, потому что Михаил Михайлович на лавке, это как бы, ну, там, интеллигент, да, ну, как бы они там... А третий момент, Игорь Михайлович, вот этот сейчас, с пенальти на Конте, когда рука? Ну, тоже рука, ну, вот ты мне объясни, вот опять же. Причем там пенальти, ну, что ты, ну, не давай, никто слова не скажет, да, потому что, знаешь, почему не скажешь? Потому что 3-2, и все, и уже конец игры. Наш любимый Леонид Трахтенберг. Да, Леонид Трахтенберг, да. Он сказал все по буквам. Дух игры чувствует. Понимаешь, но все равно он есть. Ты как ни крути, он все равно есть. Какие буквы там закона? Ты буквы закона 50 на 50. Какие буквы закона? Вот 50 на 50. 50 говорят, что было, 50 говорят, что не было. Какая буква закона? Где? Ну, насколько я знаю, человек катится, идет в подкате, опорная рука, ну, я это слышал. Те, кто приезжали в клубы, ну, в команды, и объясняли. Рука, ну, как бы опор, ты на нее падаешь, на нее опираешься, в нее попадает, это не пенальти. Сейчас опять что-то поменялось, или он увидел, что он сыграл рукой каким-то образом, причем вот оттуда, дальней рукой он сыграл, находясь на земле. А когда нас, я не знаю, прибивали нас, не прибивали, а когда мы играем с Краснодаром, Урал, да. Когда разворачивается этот парень, Бородин, ему попадают в руку, это не пенальти. Uh-huh. А здесь пенальти, когда он на земле лежит на траве. Но опять, ну не дай, ну ничего бы не было. Да? Не, ну это, по этой теме ничего и не было. Там дальше уже обсуждали другие вещи. Там, ну да. Как бил промис эти пенальти. И я тебе могу сказать, что очень повезло, потому что вопросы были бы к, ну, и к судье было бы, как ты распустил так. Если бы вот Текнезян не выдержал бы, например, сказал, ну а что мне меня плавать, я сейчас дам, ну и хрен с ним там. Ну, это не, может быть, он это не анализирует, просто разные игроки бывают. Понимаешь, один у него просто планка упадет, он скажет, что вы творите там. И просто сломал бы игрока, бы начался бы махач бы, я говорю, три бы оттуда, три оттуда, как с Зенитом. И это очень повезло, что Локомотив сдержался на самом деле. Ну, вот Текнезян, вот он попытался, видно, знаешь, он раздраженный, у него прям нога, он ее мог назад чуть дать, а он прям туда дал, в живот. Ну, там красную можно было давать. И то, что это все так тихо прошло, ну, я думаю, что заслуга. Я говорю, Спартак бы не полез, но у них и повода не было. Но он бы ответил, если бы там что-то такое было. Ну, видите, что заслуга Михаила Михайловича и интеллигентного Локомотива? Ну, я думаю, что да. Но я тебе еще раз говорю, вот был бы Палыч бы на лавке, и вот это бы он увидел. Ну, я бы хотел посмотреть. Он бы крикнул, убивайте их нахрен, блядь, подкаты, убейте кого, чтобы унесли. Угу. Ничего вам не будет за это. И все, драка была бы. Понимаешь? И вот эти планки, я не знаю, а для кого это все рассказывается? Я не знаю. Ну, потому что понятно, что болельщики Спартака сейчас говорят, что все нормально. Я бы хотел еще у вашего чайку, да. Да, вы, давай. Пожалуйста, очень уж, знаете, да. Ремонтантная. Ну, мощный, да? Ремонтантная малина. Вы запомнили? Я запишу, я же тебе говорю. Ну, повторите, что я... А чего они так мало? Ну, видите, как это... Как... Слышь, что-то экономит. На ремонтантной малине-то, да? Ты посмотри. А, нет. А, знаешь почему? Почему? Потому что там... Что? Ну вот здесь вот, там он, видишь? На донышке, да, вот, осталось? Нет, тоже вот досюда, яблоки там какие-то, малины, это вот досюда все, а вот это чай. Раньше-то нам чай делали просто, вот он весь был. На. Да, пожалуйста. Великолепный чай, да? Да. Ну, слушайте, ну а о футболе, если говорить, ну, что с Локомотивом случилось-то? Вот, смотрите, Миранчук вышел и забил.
Ну, вышел в составе, отыграл всю игру. Ну, мы же говорили, что его не хватало, и я там не понимал. Ну, как бы я понял, он хотел от обороны сыграть. Все, хотел больше разрушать и где-то там быстрые атаки уходить. Но по кому? По Спартаку. Ну, нормальная, в принципе, нормальная игра была. Локомотив поинтереснее выглядел, чем первый тайм. Но это даже не обсуждается, потому что он там совсем в первой игре, первый тайм Локомотив провалился. Вот, ну, по игре. По игре, что, расстановка, то, что они перешли, ну вот, например, ты вот что-то про Дзюбу не спрашиваешь, все же спрашивают. Давайте про Дзюбу. Да. То есть, если, вот смотри, он набирает форму. Насколько вот, когда он почувствует, что он набирает, от него нужны голы. Ну, он очень сваливался много во фланге. Ну, то есть, они играют в три нападающих. Вот здесь, например, Глушенков, там Пеняев. Да. Вот он уходит к Пеняеву туда. Здесь пустота. Ну, туда может Глушенков, например, там, тогда дальше никого нет, да, тогда там, с 4 ты играешь, защитник должен подключаться. Тогда Смольников, да. Подключаться, но ты оголяешь, потому что атака там левым флангом, крайние, два крайних не могут подключаться. И поэтому вот он туда сваливается, он там играет, то есть он набирает форму, но ему надо забивать. Ты оттуда, он не забьет голы, где он играет много, достаточно много времени. Угу. То есть, если мы говорим, он сваливался, он в «Зените» сваливался, когда он забивал. Но там они в два нападающих играли, а не в три. Там был Азмун, он сваливается, а Азмун остается под подачу, под прострел. То есть, там полузащитник там какой-то дальше появляется в штрафной, у них насыщение там, да? Это как бы тактическая вещь. И, он отыграл, там у него два момента было, здесь у него ни одного не было. Угу. Миранчук. Ну, Миранчук игрок, что говорит. Он исполнил, он отдавал, но с ним, когда мяч у Локомотива, завязывается намного больше. То есть он и вперед играет, и быстрые атаки уходят, они и в середине они могут там отыграться. Ну, то есть, так, Локомотив получше выглядел, если всю игру брать и первый, второй тайм, но они лучше выглядели, чем в первой игре Локомотив, но получили 4 и проиграли, в общем, 5-2 по сумме двух матчей. А дальше по пенальти тоже. Да, я вернусь. Давайте. К Смольникову. Ну вот этот пенальти. То есть ты вот опытный парень, да, 3-4 года. Пенальти делаешь. Ты что, зачем ты катишься? Если ты катишься, ты перекрываешь. Ты же должен, когда вот ты бежишь, понятно, что он тоже, наверное, не готов. Если ты катишься, ты должен катиться в метре от ног соперника, и ты тогда понимаешь, что ты перекрываешь прострел. А если ты видишь, что он будет протыкать, а мяч будет уходить за бровку, ты просто не катись. То есть он катился, хотел сыграть мяч. Тактическая вещь. Надо Смольникову это объяснять или не надо? Или уже не надо? В принципе, уже не надо. Понимаешь? Потому что я просто на уровне Реал Мадрида я видел такие подкаты, когда Карвахаль, один в один. Фолс ПСЖ, равная игра, он это делает раз-два, и они вылетают. То есть они вылетели в полуфинале из-за... А толчок этому всему дал пенальти. Ага. Вот такой. Надо объяснять или не надо объяснять, я не знаю. Но ты с таким опытным, молодому, наверное, да. То есть ты не должен в таких ситуациях пытаться сыграть мяч, потому что он тебя опережает ноги, и это пенальти. Если к игре еще, судьи про решение. Слушайте, по Спартаку, по расстановке, Игнатов в роли центрфорварда, как вам? Я говорю, они вышли как после замены на 60-й минуте в первой игре, и потом и Локомотив с этим перехватил инициативу. Может быть, и поэтому получилось, что я говорю, это так составы примерно как после 60-й минуты, после первой игры. Угу. В первой игре. Да. В первой игре, когда, игра поменялась. Локомотив прихватил инициативу, у них два момента, и все перевернулось. И они вот так вышли. Промисы надо было ставить. Почему? Потому что надо набирать. Это как Дзюба и как Ибрагимович. То есть он говорит, я готов. И играет. Он говорит, тебя можно заменить? Не надо. И играет. Uh-huh. Да? То есть ему надо форму набирать. Вот он сейчас вышел, он сколько не играл? Там очень прилично. Не играл. То есть он говорит, я бог, я лучший игрок в мире. Я готов, я пошел, и тренер говорит, иди. То есть надо форму набирать. И как бог отыграл ночь? Кто? Ну, бог. Ибра? Не, наш Ибра, да, наш. Это про кого ты сейчас? Про Дзюбу. Нет, я сейчас про промисы говорил. То есть не в этом дело, то есть он его будет ставить. Конечно, он его может и заменить, когда он подсядет, ну, да. Понятно.
Но Промису надо форму набирать. Но я тебе скажу, что он в хорошей форме физической. Помнишь, мы говорили, да. Он сбор не прошел, он литой, у него вообще лишняка нет, он бежал, ну как он-то вел и дриблинг, у него все проходил, он там и бил, и обыгрывал, и под себя, там, и от себя, и убегал, вот от, ну, правильно, от Смольника он там убежал, да, то есть они там раз-раз, он прокинул, убежал, но он готов. Uh-huh. В принципе, я тебе могу сказать, физически, по крайней мере, он готов, но и по-игротски. Он тоже по-игровому он готов, но у него проходило очень много. У Промиса вот он в своей позиции, то есть он когда надо отдавал где-то, он там, он и голевой Игнатову отдал. Ну там по голам, Игнатов обработал вообще здорово. Угу. Забил, хотя там накрывать надо было центральным защитником. Но я говорю, там работа Локомотива, проблемы в обороне. То есть если вот так они будут отбирать, как вот смотрят такие пенальти. Представляешь, 0-0 ты играешь, вот 0-0. А, ну у тебя там, или наоборот 1-0 ведешь. И вот такой на 90 вот такая вещь происходит. 1-1, и ты теряешь 2 очка, которых тебе потом не хватит. Но это такие серьезные вещи, на самом деле, тактические. Вот, и вот они вышли. И потом, видишь, после первого тайма он поменял. Uh-huh. Он же Игнатова убрал вправо, а Мелешин вышел впереди, Промис остался на своей позиции. Он поменял, потому что в первом тайме он почувствовал, что Локомотив тоже неплохо выглядит, и так это может не очень хорошо закончиться. То есть впереди, наверное, чего-то не хватало. Потому что, видишь, Зиньковский справа, опять мы говорим, Зиньковский справа не тот, что Зиньковский слева. Пока он не убеждает, на самом деле, ну, жалко, он почти все игры играл. Но я говорю, ну, когда его слева ставили, я там помню, играл, он брал, убегал там вправо куда-то. Ну вот, что-то не то. Вот. Ну а справа играет Промис, поэтому как его? Слева. Да-да. Слева играет Промис. Ну да, ну, вот сейчас он будет набирать и наберет. Слева играет Промис, а справа Зиньковский там не очень, да? И получается, место, что, да, какая позиция? Лучше там Игнатов, а впереди тогда Мелешин. Вам нравится, нравится Игнатов? Ну ничего, он, ну как, ну, нравится, ну как, он исполнил, он там забивает где-то, отдает. Да. Он полузащитник, это хорошо, когда в тройке нападающих есть один полузащитник. Ну по позициям, ты в три играешь, а у тебя не нападающий, а полузащитник тогда больше завязывается и на фланге, и в середине, то есть у тебя есть игрок, который может отдать и открыться, ну то есть в эту тонкую игру. Ага. Играет, а не когда у тебя нападающий, он получает, он сразу там хочет обыграть, пробить, там куда-то обострить, то есть на нем часто заканчивается. А так, а здесь, вот я говорю, как они играли, они там минут 5 держали мяч. Вот, Игнатов, вот в этой позиции, мне нравится, ну как бы мне нравится, что если в 3 ты играешь, один из трех, ну вот фланговый, полузащитник, а не нападающий, тогда ты под комбинационную игру. У Зенита вообще сейчас, хотя мы там про Зенит не будем говорить, а у них просто полузащитники одни, получается, и выдвинутые нападающие, но они завязывают, и тогда ты в позиционной атаке себя... Ну, комфортно начинаешь чувствовать, когда у тебя есть такие игроки. Ну вот то, как играет сейчас Спартак, вы видите, что так шансы его повысились на борьбу с Зенитом? Ну, они как повысились, Сергей? Мы же говорили, как начнут, то там и от Зенита зависит, будет он спотыкаться. То есть ты должен идти вровень с Зенитом, 6 очков держать свои. Да. Как только Зенит сыграл в ничью ты должен победить, или проиграл, ты должен выиграть, вот в этот момент тогда сокращается. Да. Но есть другая сторона. Сейчас вот они начинают, например, Урал сейчас приедет, упрется, ты сыграешь в ничью, а те выиграют. И уже будет не 6, а 8. И игра останется не 13, а 12. Здесь что в одну сторону, что в другую. Спартак должен все выигрывать. Для этого нужен Промис в форме. Понимаешь, для этого нужны голы, для этого сзади надо, ну, надежнее играть. Вот, и надо быть стабильнее. Опять же, мы видим в первой игре. Первый тайм вообще супер вот такая. Второй. Ну, не то. Понимаешь, то есть у них такой стабильности-то и не хватало. Посмотрим. Я говорю, тут два. Тут есть и Спартак, который вообще терять нельзя очки. То есть, ну, можно потерять, например, там, они проиграли, ты в ничью сыграл, все равно ты сократил на одно. Ну, на одно очко ты сократил разрыв. А так, я говорю, тут может поменяться, например, они выигрывают, а Спартак проигрывает. Ну, это вообще еще на три, ну, как бы, и все заканчивается, ну, да. Да? А тут мы-то хотим борьбу. Поэтому мы там, ну, не то, что хотим, чтобы интересно было смотреть. Да, поэтому мы хотим интригу. Сейчас все, ну что сейчас вот смотреть чемпионат Италии? Ну вот там Наполь 18 очков отрыв, ну что там смотреть? Да, а здесь хочется, чтобы... Я бы сказал, зачем вообще смотреть чемпионат Италии, да? Не, ну я смотрю. Ну извини меня, что я смотрю. Ну простите, да, да, и конечно же я вас извиню. Вот, и получается, могут, смогут, если будут выигрывать, будут забивать голы, не будут пропускать там быстрые атаки, там со стандартов не будут пропускать, не будут ошибаться грубо.
Вот, тогда, да, свое должен делать «Спартак» и надеяться, что «Зенит» будет спотыкаться, и они в этот момент их будут настигать. А так надо идти вровень. Те выиграли, те должны выиграть. По «Локомотиву», вот эти ребята, как вам, я не знаю, как их крайними форвардами назвать, крайними полузащитниками, Пеняев и Глушенков, что вы скажете? Ну, Глушенков, ну видишь, Каманова, там Глушенков убрал, Каманова выпустил, но Пеняев, я думаю, в составе будет играть. Хотя его не видно, но в моментах каких-то. Ну, никаких таких промежутков, долгих, да. То есть он там где-то пропадает. Но он пробил. Первый опасный момент же был. Пеняев создал. Угу. Ушел в середину. То есть вот его играет. Это как вот Хвича, там, я не знаю, Промис. Угу. Ну все, ты играешь, ты получаешь, у тебя все понятно. То есть ты. Надо понимать, не переть там, не переть на трех защитников, да, потому что, скорее всего, такое, а определять, как Хвича сейчас в Италии играет, да, как Промис, в принципе, играет. А, нет, отдал, развернули, там, где-то получил, отдал, есть простор, перевели тебе, ты пошел в обыгрыш, пробил, обострил. Там, может, влево, в принципе, но в основном они вправо уходят. Все, и Пеняев в том числе, но пробил. Но там, я думаю, что тем более он парень молодой, я думаю, что он его будет ставить. А что там, какие варианты-то еще? Я не вижу, кто там Каманов, кто у них еще-то, я даже не знаю. Изидор пока болеет, да, он же остался. Да? Ну вот он там подтянется. А так Пеняев, я думаю, в составе, Дзюба в составе, а там будет смотреть Глушенков или Каманов. У вас нет ощущения, что вот Тикнезян просто не соответствует уровню Локомотива, как команда, которая будет бороться? Ну,